того голос. Я не боюсь. Что сидишь? Давай ложись. А ну отвернись. А ты что сидишь? Давай на кушетку. Как? Давай учись уже, пора. Тут тебе нянек нет. Давай. Помогите ему уже. Давай сам полози, ты чё, мешок с картошкой, а? А больно не будет? Головой не крути. Отвезите его. Стойте. А помочь? Помочь? Тебе потом кто помогать-то будет, а? Мама. Вот сказала мама. Ты такой безногий, никому не нужен. Тебя мама не заберет. А я слышал то, что... Ну, докторица говорила. Путевку ему уже заказали в интернат. Угу. Как привезут, он это... Чух-чух. Свалит. К таким же кривым и косым, как он сам. Ну ладно. Погнали. Погнали. Бывай. Абонент временно недоступен. Перезвоните. Днем уже потерян счет, в апреле зимняя метель. Сказать себе я самолет, раскинуть руки и лететь. Лететь к далеким облакам от февралей и от зимы. От этих дней, от этих ям, от бесконечной этой тьмы. Всех детей земли моей я возьму с собой друзей, да всех друзей души моей. Я надежней и сильней всех переделов и невзгод, всех отрицаний и огней, и мне не страшно ничего. Свет вдали и ждет, я справлюсь с ветром и пургой. И я лечу, я самолет, и мне не страшно ничего.
лететь к далеким облакам от февралей и от зимы. От этих дней, от этих ям, от бесконечной этой тьмы. Я возьму с собой детей, да всех детей земли моей. Я возьму